Всем привет, продолжаем смотреть интересные картины. Мастер алтаря Брюкского общества священной крови, Лукреция. Будапешт, музей изобразительных искусств, написано на дереве, дуб 65 на 48,5 сантиметров. Римлянка Лукреция, которая была обесчещена, покончила с собой. Это была одна из любимых тем ренессансной живописи. В начале 16 столетия в Нидерландах эта тема означает обращение к античности. Фламандские ренессансные художники, изображая историю языческой героини, прославляли христианские добродетели, и таким образом фигура Лукреции превратилась в моральный символ. Конечно, очень много художников писали Лукрецию. На этой будапештской картине чувственное изображение женского тела, характерно для Метсиса, уступило место слащавой манерности. Метсис, другой транскрипции Масеис, как написано в Википедии, это фламандский живописец. Модное платье, ниспадающая фата, поза воспроизведена в стиле готического маньеризма. Для Лукреции на будапештской картине характерны не смертельные муки, а манерная патетичность и дидактичность. В отличие от другой картины того же мастера, на которой Лукреция вызывающе глядит на зрителя, на этой взгляд ее затуманен. Картина, создана около 1520 года, является наглядным примером широкого влияния Метсиса. Но вот имя создателя этой картины еще не удалось установить. По-видимому, он учился в Антверпене, мастерской Метсиса, а позже работал в Брюге. Итак, сегодня мы посмотрели картину Лукреция, мастера алтаря Брюкского общества священной крови, находящейся в Будапеште. Все, пока-пока, всем привет, до свидания.